Друзья, всем привет! Как всегда, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу, как покупать игры через Аргентину без VPN. Раньше, для того, чтобы можно было купить игру через Аргентину, надо было делать VPN, использовать карты Украины, Беларуси или Казахстана. Сейчас же этой проблемы быть не должно. Баг это не баг. Сколько продлится, я не знаю. Дело в том, что появилась информация, и нужно ее проверить. Давайте ее проверим. Просто привязывайте обычную российскую карту и покупайте игры. Ну, кого проверять? А для начала нужно поменять регион у консоли. Делается это в режиме системы, язык, местоположение. Русский язык можно оставить, а регион поменять на Аргентину. Далее нужно тупо привязать свою карту. Дело в том, что из сети появилась информация, что ее можно привязать. Главное ввести еще адрес Аргентины, а не свой личный. И просто добавляем способ оплаты. Привязываем свою кредитку. Это просто обычная процедура, вбивайте все свои данные, которые есть на карте. Потом, соответственно, номер карты, выбирайте срок действия и вписывайте свой код, который находится на заднем обороте карты. После того, как вы ввели код, который находится на задней стороне карты, вас потребуют ввести свой адрес. Адрес нужно вбивать аргентинский. Какой именно, я приложу в скриншоте или в комментариях. А после того, как вы сохранили карту, у вас должны списать маленькую сумму, там, по-моему, в 60 рублей или в 40, короче, неважно. Но это будет сумма очень маленькая, и она официальная, и нужна лишь для того, чтобы привязать эту карту к аккаунту. То есть не бойтесь, если с вас спишут чуть-чуть, ничего страшного в этом нет. Так, карта привязана, уже поступил платеж. Да, сняли каких-то там прям мелочь. Ну, короче, сняли около 60 рублей, как я и говорил. Далее мы просто переходим в Store и смотрим то, что нам нужно. Советую цены полить вам через сайт Xbox Checker. Там прям показано, сколько чего стоит. И не ошибетесь. Там, может быть, разница будет, конечно, из-за банка, но она минимальна. Я знаю, что метроху можно купить по большому скидону Gold издания, и давайте его и купим. Так, мы ищем метро Gold издания. Вот у нас метро Gold издания. И давайте приобретем ее. Готово. Итого снялось около 1040 рублей. Но главное, не устанавливайте игру сразу, потому что если вы установите, то может возникнуть проблема с локализацией. Для того, чтобы установить игру и чтобы она у вас переведена была на русский, просто выйдите и перенастройте регион обратно. Давайте еще что-нибудь купим. Я знаю, что еще говорят для новых пользователей, потому что я покупаю через другой аккаунт, так как там я уже купил Xbox Game Pass. Можно взять по дешевке Xbox Game Pass. Давайте его тоже возьмем. Блин, интересно, сколько будет работать эта фича. Мне очень интересно. Ну, давайте на 3 месяца это будет, ну, в принципе, нормально. Смотрим. Итого у меня снялось около 15 рублей. Я вам потом в скрине это все отправлю. Короче, вот так, ребят, покупать игры через Аргентину. Не бойтесь, просто привязывайте свою карту. Если вы боитесь, просто заведите новый аккаунт и привяжите карту туда. Просто главное вбить аргентинский адрес. Просто поменять регион на консоли и просто купить любимую игру, заранее чекнув, сколько она будет стоить на сайте Xbox Checker. Все, больше ничего не нужно. Поэтому, ребят, покупайте, пока есть халява, это все официально, легально и так далее. Если же боитесь, опять повторяюсь, сделайте это на другом аккаунте. Ничего такого здесь нет. И на сегодня у меня все. И, ребят, большое спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео и оно было полезным, то ставь лайк, подписывайся на канал. И всего хорошего. Скидывайте свои обновки в комментарии у нас в группе. Все, всем удачи.